Ну все, наконец, чуть не опоздали. Еще и сумки тяжеленные, кто столько набрал? Ребят, ну что вы ворчите, ведь успели же. А поездка какая предстоит? Мы едем в Даурский заповедник. Увезли, дали, по товару взяли. Мы увидим мама и не Богу никому, а молочную воду. Дали стиль озер, паровоз учит нас. Дали гор чудных трасс. Широкий, да пока на солнце терпит. Ну вот мы и приехали, Анонский район. Так, это зоолога Насти, это орнитолога Насти, это ботаника Женьки. Это эколога Дима. А это чья сумка? Мы думали, что твоя. Чья сумка? Чья? Моя! Чё будем? Ты зачем сюда забрался? Как зачем? Заповедник без пропуска нельзя. А вы меня брать не хотели. Вот и пришлось идти на хитрость. Кстати, а в какой заповедник приехал? Природный государственный биосферный заповедник Даурский расположен на юге Забайкальского края, практически на стыке трех стран – России, Монголии и Китая. Площадь строго охраняемой территории – 49 764 гектара, а охранную зону – 173 201 гектар. Заповедник был создан 25 декабря 1987 года для сохранения и изучения уникальных водных болот и лесных экосистем Даурии. Даурия – это сложнейшая мозаика, множество рек, скал, кустарников, рощ. Все они представлены заповедниками. Каждый такой участок, подобно оазису, кипит жизнью. Нагретые климатические циклы оказывают большое влияние на животный мир. Заповедник есть феномен пульсирующих озер. Как интересно ты рассказываешь! А что это? Что за озера? Я говорю о необычных озерах. Корейских, самые крупные из них – Зунтарей и Барунтарей. У этих озер меняются периоды, когда они наполнены водой и обилием животных, и времени, когда озера почти высыхают. И тогда, как по волшебству, исчезают заросли тростника и другой растительности, обеспечивающей корм и укрытие для птиц. Вода становится соленой, в соленой воде гибнет рыба. Становится меньше птиц и других животных. И вот от озер остаются лишь солнчаки, которые со временем тоже зарастают. И что все? А я хотела искупаться. Ну вот наступает период дождей, и озера вновь наполняются водой, рыбой, которая приходит из рек. И снова все приходит на свои места. Сейчас время, когда вода в озере есть. А тебе здесь не место. Вот именно. Мусор везде кидаешь, птицы срываешь. Да я, может, больше вас, природу люблю. Ребят, ну что вы накинулись? Каждому нужно дать шанс. Вот ты им и займись, может, тоже ботаником станешь. А что, и займусь. А ты готов? Ну я попробую. Только что может быть интересного? Поле какое-то, конца края не видно. Даури – это край степей. Растения здесь хорошо приспособлены к недостатку. Ну и что? Полынь да полынь. Что интересного? А вы что думаете, полынь – это так просто? Читай. Ее используют при нервных расстройствах раз, ревматизме два, радикулите три. Расстройство кишечника 5, как приправа 6, как основа для напитка 2. Смотрите, как красиво. Женя, иди сюда. Вот, это тебе. Ты что же делаешь-то? А что такого? Я, может, исправляюсь. Хорошие дела начинаю делать. Тебе же говорят, мы в заповеднике, строго охраняемой зоне. Ничего рвать нельзя. А ты? Зачем рвать? Да просто любоваться можно. Правильно. Весна, как бы,
снег сидет, и лилия даурская. Нарву цветов, венков наделаю, думаю, что красиво, а на самом деле выглядит, как варвары. Ну все, все, я понял. Растения рвать нельзя. Может, мне за Волги пойти? Да что ты знаешь о животных? А вот и знаю. В заповеднике обитает Дерин, Ботманул и Тарбаган. Это какой-то рай для птиц. Теперь понятно, почему этот заповедник создан? О. Ну все, все, я понял. Хотя нет, не понял. Что будет-то? Звери и птицы могут покидать свои жилища, оставляя своих детенышей от них. А те могут погибнуть. Птицы покинут свои гнезда. Первого японского журавлей, красавку азиатского бекасовинного веретенника, чиграву ходулочника. Особое место занимает конфликтовая часть, на которой заповедник – это единственное место в России, где она гнездится. В заповеднике отмечены почти все виды птиц, внесенные в Красную книгу – 65 и 66. Корейские озера – одно из важнейших в Восточной Азии мест концентрации пролетных, околоводных и водоплавающих птиц. Например, журавли собираются сюда, образуя грандиозные скопления. Ух ты! Вот это бы увидеть! Это, наверное, очень красиво! Это какой-то рай для птиц! Теперь понятно, почему здесь заповедник создан? Чтобы эту красоту охранять и изучать. В заповеднике нельзя приезжать без пропуска, рвать цветы, шуметь, мусорить и уничтожать животных. Вот сколько. Ну, вроде все сказал. Человечно после нас хоть потом. Пусть будет мир прекрасен, и тут не нужен гений, чтоб возродить планету для новых поколений. И на земле, на всей большой земле, вдруг в одночасье наступит наше счастье.